ладно. Вспышка пока прижали довольно жестко. Раскайловочка идеальная. КК может умирать здесь, но не хватает демеджа. Даже убить четверку. Вот тебе урон, и вот тебе ответочка. Лассо, там появился блик уже от Бэтика. Но лассо оказалось довольно коротким, за счет того, что и понерфили героя совсем недавно. Поэтому Shadowfiend здесь выживает и будет жить под Т2 Тавра. Прорывы преследуют до Талова. Слушай, там еще и откинули на него обнутый урн. Юн, что ли, Сефа? Да. Юн, ладно, живет, ты посмотри, еще и Кайло накидывает, но тут кост. Просто здесь сеточка, нету сеточки. Пока что отходит, подходит. Кстати, они придавили ленджи. Нет, тут ДПшка раскуривается. И начинает просто грызть. Бионда убьют, но ушел из Сефа. Хорошо, Бионда догрызли все-таки. Ну, как ты знаешь, выглядит, как будто ЛНЖ прям максимально уверенный в себе. Синий телепорт, тот под Т2 Тавр, челись довольно плотный, но можно его здесь убить за счет магии. Получается это сделать. Слушай, сердечко так не получилось добить, в итоге... так плохо в IBB. Вон еще и умника поймали. Значит, слишком все-таки не то, что кураже, слишком на уверенности играют ЛНЖ. Сейчас их забайзит, мне кажется. Саймон, мне кажется, надо отказаться от этого убийства, потому что там уже телепорты полетели. Тролль в позиции, КК может тебя просто защитить станет сейчас. Вот рядышком сноубол покатился. Вот то, о чем я говорил, все, ты просто не отпрыгнешь отсюда. Ошибка от Саймера преследует еще одного героя. И этот джик, как же они уверены в себе. Как красавчик. А тут Скария, приятно за ним смотреть. А СФ, кстати, так и не умер. Убивает Дэвид Паул. Умерли все, кроме СФ. Ну да. Но СФ прикольно три раза подряд выжил. А сколько ну, тяжело было? Превосходит богов уже, Сомнус как... устраивать. Ну что, Аегис действует еще 2 минуты. Можно идти ломать сторону, как минимум разводить на ТП. Вот эти самые телепорты. Нажимается экзорцизм в ответ. Клифа, кстати, не имеется. Ранжи лассо, по кому там. Сцепили Войда, там хороший сейф был только что. Ой, пока-то живет, получится ли отпрыгнуть? Нет, Сайланс, и он погибает без ПКБ. Все-таки... ПКБшки уже Айон Диск есть не собранный. То есть, ну как же грамотно, вообще не дает никакого шанса. Помнишь, я говорил, что единственный способ РНЖ как YYB выиграть, это тоснуть ДПшку на ульт фенда. Не получится. Все. Да, потом... Она время тосила, тоса просто соберет. Нападение от Сигаря, должно убивать его за лосо, да, легкий фраг, ДП раскурилась в очередной раз, нажимает Сайленс. И, по идее, сторона, и, возможно, как Тини прыгает, тос. Не докинул. Да, тут гриб дает тролля, хрона неплохой, но не попадает на тролля, тролль нажмет ультимейт, еще убьет здесь всех, скорее всего, нет, попал куда-то. Ой, кстати, его сейчас тоснут. Да, это минус тролля. Вот тот самый неконтролируемый ультимейт, о котором ты говорил. Все, да. Палк. Что спасет, поможет. Гост может разревить. Сейчас на самом деле сделает это или они нет. Думают, они думают, что они бьют Рошана или нет? Я не совсем не понял. Знаю, какой может момент быть, они вышли смогли? Нет, Челис, кстати, подставляется. Отличная цель. Можно собрать ее диск, он нажимает ПКБ. Затаймить опять не получается. Хрона по троим, но демедж-то брать откуда будем? Забирает пока что их снова. Это здорово, но всегда он не знает, может байбэкнуться, чем он и занимается. Вкрылся здесь Войд, умер без байбэка. Тиберсу тоже довольно неприятно. Тини пытается очередного героя забрать. У него получается, но какой ценой? Заход на ХГ, потому что да, безумно на это будут там вчетвером, но не боятся РНЖ, понимаешь, что что-то так, так немножко это. Это сказать. Не могут на столку добрать, извините. Подгадил немножко Антон. Но все равно команде РНЖ все равно, по-моему, тронуться и просто убьется в этот раз. Гриф, конечно, здесь залетел, но не спасает тот. Больный Сэп пока что живет. Пошел реквием, и хрона будет ли установлена. Пока что нет купола, но толстый тролли в очередной раз убирает гост, но он на сей раз Аегиса. Мы смотрели, что делает команда. Она дала лампу есть хрона, есть хрона, нет хрона. Хекс тот самый! Ой-ой-ой, но есть лотос, и он не спасает. Падает у нас без хроны, Войд. И без байбека 60 секунд, целая минута времени, чтобы РНЖ сломали этот. Он так снова как раз подошел под конец драки. КП у КК уже довольно плотно, его все-таки убивают здесь. Что Рошана там еще, ну, 3 плюс минуты, и это значит, что дауны спадут, да, согласен, и даже если сейчас драка пройдет. Но РНЖ грамотно, они не подставляют, или подставляются. Не, они... Короля не взять из подобников. Если только идеально... Есть Винсгрип, на самом деле, сбивает он Сайленса моментально. Здесь КК уничтожает Бэйна. Пытаются бежать отсюда, и надо делать это по IBB. Ну, их преследует до Талова. Бэйн нажимает байбэк. Ну, как же ты своей команде поможешь? Ты же видел, да, что получилось? У него опять не получилось тостать на двух ударах. Удивляет Байда. Да, заберется здесь за тост. Опять без за... Что вот у Тини про скачки? Можно на него быстро? Так какая? Показать? Не, просто... Ну да, все, окей. Мало ли...
Тематические ошибки. Талант на силу у него, кстати, они наиграли. Я просто об этом вспомнил поместье. Но тут нападение у нас на Бейна. Ой-ой-ой. Ну, скорее всего, разобьют лицо. Слушай, тоже там злая. Ну и что, бьет? Один против всех. Будем файтиться. У него, конечно, есть шмотки для выживаемости. Но это ГГ, понимаешь, что тут живет у нас тройка. Но бараки упали. И трон тоже будет набирать за долю секунды. Геронджи, ну пока классическая от них такая сноубольная дота.